Хочу вам, каждому пожелать оставаться, суметь оставаться, всегда быть человеком. Это очень важно. В добрый путь. Для 46 выпускников 15-й школы этот последний звонок по-настоящему первый, так как в 9 классе из-за пандемии праздники отменяли или переводили в онлайн-формат. Празднование последних звонков в зрительном зале ДК завода «Урал» стало уже традиционным для 15-й школы. Георгий, как и большинство парней, скрывает волнение. В мыслях у него успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт в Екатеринбурге. Кем видишь себя в ближайшие 5 лет? Ну, я отучусь в институте, а потом начну еще изучать программирование отдельно, потому что сейчас это очень, как бы, ниша такая, нужно занимать ее. Девчонки более щедры на эмоции. Дарья, кстати, победительница и призер краевых олимпиад по немецкому языку, с нетерпением ждала этот день. Впереди новый этап жизни. Мы к нему еще не готовы, но все впереди. Я думаю, впереди нас ждет очень много нового и интересного. От себя жду улучшения, саморазвития. Буду стараться поступать в Екатеринбург, в Питер. Кем будешь? Надеюсь, дизайнером. Дашу во всем поддерживает мама. Она рядом и в этот самый важный для девочки день. Да, эмоции переполняют, потому что все шли к этому 11 лет. Мы с родителями делали ролик. И вставляли фотографии, где мы ведем детей в первый класс, и сейчас выпускаем из 11-го. И вся жизнь перед глазами. Классный руководитель, она же вторая мама, очень надеется, что каждый из 46 ребят найдет свою правильную дорогу в жизни. Главное, чтобы сдали экзамены. Это самое главное сейчас, чтобы сдали экзамены, и в жизни у них все сложилось. Этот класс чем отличается от других выпусков? Ой, он необыкновенный, он вообще какой-то не такой, как все остальные у меня были классы. Со всех сторон. Они, знаете, они просто непредсказуемые. Не знаешь, что от них ожидать и в какую минуту. Вот и на свой последний звонок ребята приготовили немало сюрпризов. Со сцены звучали песни, исполнялись танцы, были показаны миниатюры из школьной жизни. Родители тоже не остались в стороне, дали напутственные слова своим детям. Одним из самых трогательных моментов было вручение писем выпускников своим родителям со словами благодарности. Для директора каждый выпуск особенный. Очень много побед и достижений принесли они школе. И поэтому, конечно, очень жаль расставаться с такими детьми. Но мы, тем не менее, желаем им выбрать правильный путь после того, как они сдадут экзамены. А они хорошо сдадут экзамены, мы в них верим. Съемочная группа «Соль ТВ» Олеся Петровичева и Сергей Сюзев желают всем выпускникам на предстоящих экзаменах ни пуха, ни пера!